If they thought rap was dead, tell the head shit is resurrected. Ну что, еще раз доброго времени суток всем, дамы и господа, с новым микрофоном Герман Громов и Максим Чейф. И у нас вторая игра на сегодня, противостояние между Unexpected и Five Elements. Парни из России, парни из Армении. Ну и посмотрим, чья же здесь возьмет. Карта деловой центр, в принципе, карта дефолтная. Поэтому здесь и одни, и вторые ее явно умеют играть, но кто-то лучше, кто-то хуже. А кто именно, увидим уже совсем скоро после нашего раунда, пока Максим делает ставочки. Так, ну что, слоты зачем-то открывают, закрывает у нас товарищ Юргенс. Ну ладно, это в принципе дело последнее. Так, ну пока стороны я менять не буду, пока ребята играют ножевой раунд, а там уже после ножевого раунда там и решим. Так, ну давайте пока в принципе по составам команд пройдусь, я вам быстренько озвучу игроков и одной, и второй команды. Ну, за команду Five Elements играют у нас Кову, 505, Тимоха, Стиви и Пионер. Ну, а за команду Unexpected играют у нас Юргенс, Артурич, Ломочка, Джейзи и Парадайз. Вот такие пятерки представлены в сегодняшнем матче. Ну и поехали на живой раунд, пока очень легко складывается для команды Five Elements. И да, 5 в 0, довольно легко, на изи. На изи, пишет Юргенс. Да, действительно, так все и было. Ну что, за какую сторону принимут решение отыгрывать Five Elements, Stay или же Switch? Switch или Stay? Ну, я предполагаю, что все-таки будет Stay. Так, ЗКТ, нет, все-таки принимает решение играть. А куда пошли? Перезаход, скорее всего, не знаю. Ну да. Что? А меня зачем кикнули? Я не знаю, кто кого... А, Юргенс, молодец. Тебя кикнул и хоста мне сбросил. Молодцом, да, так держать, именно. Сори, но... Ладно, бывает. Ну что ж. Ребята, ставочки у нас стартанули. Давайте вот буквально вам даем время на то, чтобы сделать ставки. Ну, еще минуту. Давайте, пока ребята как раз перезаходят, там все дела, собираются, марафетятся, вы можете обдумать свою ставочку, ну и, собственно, ее нам написать в чатик. Также, ребят, напоминаем то, что будет учитываться самая первая ставка, которую вы написали. То есть, вот, допустим, на Твиче вот я вижу, давайте, Небелонг, да, первый. Вот он написал ставку 10-7 Five Elements. Если он ниже напишет, там, допустим, 10-6 Unexpected, да, то эта ставка будет не учитываться. Так что, ребят, по несколько сотен ставок не надо писать. Также напоминаем то, что сейчас в группе Point Blank eSport Official Public проходит конкурс репостов, итоги которого мы подведем уже сегодня. У нас там 70 с лишним репостнувших ребят. Так что потихоньку, да помаленьку, вы уже должны заходить сейчас в группу, репостить. Чем больше репостов, тем лучше. Вот мы будем разыгрывать OA93D плюс купон на 200% опыта среди двух игроков. Потому что у нас свыше 50 репостов. Если будет вот, ну, хотя бы под 90-80 с чем-то, то мы сделаем 3. Три победителя, и, может быть, вы попадете в тройку этих ребят. Давайте я вам сейчас в чатик Твича и контакта сброшу ссылочку на данный конкурс. Принимаем по фасту там участие. Ну и, собственно, выигрываем. Так, копирую ссылочку, отправляю на Твич. Так, слушай, а у нас сразу теперь два победителя, да, с 50 репостов? Да-да-да. На. Каждым 50-м плюс один победитель. Так, ну что. Заходят постепенно уже элементы в комнату. Значит, Герман. Что... Да-да. Что? Что? 81% потери пакетов. Замечательно. 62, все, снижается. Все, нормально вроде. Сэкономил интернет немножко.
Постепенно так. Заходят уже элементы у нас. 4 игрока уже в комнате, поэтому мы постепенно уже готовы. Будем нажимать кнопку «Готов к игре». И уже стартанем обзор карты «Деловой центр». Первая карта была, ну, нереально крутая. Да, там встречались у нас в «Evictus Spotters Respect». Обновленные составы и у одних, и у вторых. Поэтому здесь ждем от парней тоже зрелищную игру. Скорее всего, она вряд ли переплюнет предыдущую. Но все-таки Five Elements очень круто отыгрывают. Поэтому здесь должна быть какая-то классная игра. В том плане, что и Unexpected не хотят уступать. И Five Elements вроде как настроены на победу. Ну и посмотрим. Чье же рвение к победе сильнее, кто же окажется скилловее, удачливей, ну и просто окажется молодцом. Так, ставочки закрыты у нас. Да, ребятки, не забываем делать репост. Обязательно разыграем после стрима победителей. Точнее, мы победителей разыгрывать не будем, а вот розыгрыш проведем. И выберем как раз-таки того самого счастливчика, точнее уже двух. А возможно и трех, если будет годное количество репостов. Ну что, заходит постепенно уже. А, уже все зашли. Зашли, уже зеленеем потихонечку. Ну что, давай, раз, два, три. Да, давай. Раз, два, три. Бумага. За 3 дня сноровочку потерял, сколько мы были в отсутствии, в офлайне. Ну ладно, наверстаю. Загружаемся на карту «Деловой центр». Ну и посмотрим, что ребята покажут. Но в принципе команды очень жесткие. И они примерно вот на одном уровне сейчас находятся. Ну, посмотрим, у кого сейчас моральная составляющая лучше. Ну и, собственно, готовился лучше к своему сопернику. Итак, давайте посмотрим за атакой от коллектива Unexpected, как ребята будут действовать. Здесь уже Юрген занимает позиции Б. И Ковус пионером также находится здесь, принимает решение, довольно-таки агрессивная работа на длине, а Тимохи уже залетает в опенфраг по Джейзи, пионер находит минус по Юргансу и уже даблкил оформляет коллектив Five Elements, это совершенно не есть комильфо для коллектива Unexpected, но Ломочка у нас еще также пытается на агрессии отыграть БК, но здесь пионер у нас находится, нет, все-таки принимает решение уже стянуться. Артурич тем временем работает у нас перед ЦКФМ, также на четверке отстреливает коробку. Там у нас находится Стивос, 505 из пятака контролирует позицию Альфы. Кова уже на парочке, но, собственно, позиция Беты сейчас полностью под контролем коллектива Five Elements. Они совершенно не беспокоятся за какую-либо свою позицию. Но здесь уже есть работа у нас от Ломочки все-таки на позицию Зиги. Пионер зачекал своих соперников. Продайс также на подхвате, но посмотрим, смогут ли ребята пройти сейчас эту точку или же нет. Стивос по-прежнему контролирует позиции короба. Ломочка все лезет на рожон в соло, очень сильно рискует сейчас поймать пачку. Продайс пытается на пиксель словить своих соперников, пока что не удается. Тимоха продолжает агрессивные действия от позиции плейнса Беты. Откид ХАЕ есть, но тут уже перетяжка есть от Стивоса, также в дом. Артурич выходит на позицию Зиги. Пошла активная нашивка из дому. Ой-ой-ой, Тимоха, как засейвил сейчас Стива. Просто шикарно. Но посмотрим, что будут делать далее ребята из коллектива Unexpected. Парадайз принимает решение остаться в позиции центрального кафе. Вот Ломочка стягивается на коробку, и 505 уже контролит данную позицию. Парадайз дропается на банан, принимает решение уходить под стрит. Ну и, собственно, занимать позицию Альфы будет. Тем временем Стивос, опять же, уже на пятаке. Ну и, собственно, должен контролить сейчас короб. 505 минусует Парадайза. Ломочка выходит в спину, моментально разменивается на Стива. Ну и, собственно, принимает решение, опять же, работать через центральное кафе. Тимоха 7% здоровья, агрессивный прием, есть минус. И первый раунд за коллективом Five Elements. Так, ну что, в принципе, была заготовочка на раунд Unexpected, но агрессивный поджим длины от команды Five Elements здесь не позволил что-либо, в принципе, сделать. Ну, посмотрим, чем ответят все-таки парни из Армении. Но пока все довольно статично, парни никуда не торопятся. Вот Стиви со своим М200 выходит и не ваншотит Джей-Зи. Вот так неприятность. Ну и 505 агрессивно в точку заходит. Ну, это прям переоценил парень свои способности. Еще даже не в легендарном дивизионе, а уже идет просто на двоих оппонентов, которые, в принципе, по силам ему равны.
Ну ладно, посмотрим. Заход под Альфу здесь намечается. Парадайз уже постепенно залетает за кассу. Стиви, прием Альфы с пятерки со своей снайперской винтовки. Ну посмотрим. Кладутся ДМ у нас на пятерку и на окна. И уже все пять игроков Unexpected в Альфе находятся. Стиви мажет, но откидывает хаешку вообще не точную. Тимоха из-за кассы будет сейчас отстреливаться. Точнее, из плента. Ну и что же? Пока все. Ну, я не понимаю, что вот, вы заняли. Ну вот вы заняли Альфу, вы будете что-либо делать вообще. Ну, Тимоха сейчас может, кстати, в пленту нагреть человека в пленту. И Артурич, да, погибает. Тимоха залетает просто. Минус один, минус два. Ну и. Что же, все-таки Стиви еще забирает. Джей Зи добрал родового оппонента, которого не ваншотнул в начале раунда. Ну. Парадайз остается с ломочкой вдвоем. Не знаю. Не знаю. В принципе, невнятные действия от команды Unexpected. Вообще они в пятером залетели в Альфу. Грубо говоря, минуту там просто простояли. Непонятно чего ждали. Пионер из дома забирает на перетяжке Парадайза. Ну и лом 1 в 3 остается. Здесь, конечно, скорее всего, шансов не будет на взятие раунда, потому что живой Стиви. Живые все, и Стиви уже, да, заметил своего оппонента, но лом все-таки устанавливает плент. Не знаю, попробует ли он что-либо здесь сделать, ну и хаешка хорошая залетает, кстати, у лома 45 хп. И здесь пионер, в принципе, легко его разбирает по частям, это 2-0. Five Elements здесь, конечно, действует не сверхъестественно, в том плане, что действительно Unexpected сами почему-то как-то дарят эти раунды. Залетают в альфу и ничего не делают, ну вот и 2-0. Да, я соглашусь с тобой, довольно-таки странный сейчас раунд был от коллектива Unexpected. Ну, не знаю, какой тактики ребята придерживались, но будем надеяться, что все-таки коллектив Unexpected готовы сейчас дать отпор своим соперникам. Кова уже отлетает от Джей Зи, отлично, пионер делает размен, Тимоха также на подхвате, есть минус. Юргенс прожимает позиции БКФМ, ну и, собственно, минусуется у нас пионер. Тем временем Тимоха занимает агрессивную позицию в Т-шке. Стивос будет работать у нас под Альфой, стоит на пятаке, если что, под ним будет контроль и Альфы, и Короба. Но посмотрим, смогут ли ребята сейчас забрать этот раунд. Но Тимоха довольно-таки агрессивный выпад сейчас оформляет из центрального кафе, уже заходит под БК, минусует одного, но Артурич делает размен. Пока что позиция на карте у нас равная, 2 в 2. Пытается у нас Артурич выцепить все-таки 505-го на позиции беты, но не задается. Здесь Андрей Калугин довольно-таки коварная позиция. По-любому придется Артуричу выйти в поле зрения своего соперника. Ну, посмотрим. Сивос у нас тем временем буянит в доме. И Парадайз уже занимает позиции. Зиги откид хае, отлично. Но пока что по Парадайзу вроде нет информации у ребят. Артурич на картах уже занимает позиции короба. Стивос из дому чекает данную точку, но должен прекрасно понимать то, что Артурич уже зашел. Нет, пока что нет информации. Или есть. Ай-яй-яй, какая игра, но нет, все-таки не успел Стив минусануть своего соперника. Артурич моментальный минус. И 505 остается в соло. Против двоих игроков коллектива Unexpected, оба ребята фуловые. Артурич 100% здоровья, находится в доме, только что спалил свою точку. Ну и, собственно, Парадайз, установка плента была произведена, будет на агрессии отыгрывать под пятаком. 505-й уже начинает перестрелку из дому, но принимает решение дропнуться под Парыч. Ну что ж, посмотрим, найдет ли Артурича или нет. Да, зачекал своего соперника, но здесь Артурич ставит пачку по своему визави, и это 2-1 пока что за коллективом Five Elements. Ну что, ответочка зашла от команды Unexpected, но опять же, раунд сам по себе выглядел немножко скомканно. Здесь и сами элементы аркадили, вроде и сначала у них и получилось, два минуса сделали. Потом и длину там прожимали, тоже вроде получилось сделать минус, но и разменяли молодого человека. Но, в принципе, Unexpected могут как раз-таки на таких ошибках ловить своих оппонентов. Five Elements чувствует себя здесь явно фаворитами. Ну, не будем лукавить, действительно так и есть. Они в этой встрече фавориты, но так пренебрегать своим авторитетом, это, честно говоря, ну, неправильно. Неправильно, нужно действовать размеренно, нужно действовать командой, несмотря на то, кто против вас играет, как против вас играет. На таких проколах, как раз-таки, когда вы подходите уже к более серьезной стадии турнира, вы на этом можете прогореть. Так скажем,
я не знаю, как этот фактор назвать, но когда вы играете крайне уверенно там против слабых коллективов, когда вот уже равный оппонент к вам, так скажем, примыкает, да, в какой-либо части турнира, вы теряетесь. Если у вас что-то не идет, у вас идет дизмораль, вы друг на друга агритесь, и потом просто идут претензии. Лома, один под бетой остается у нас. 505-го он, кстати, убивает. И зигит. Никакой хлопы уже не будет, потому что пионера забирает Авар Турича. Ну и полетели хаешечки. И минус лом. Это 3-1. Five Elements забирают третий раунд. Пока что крайне уверенно все равно выглядит у нас Барона. Пионер. Очень агрессивная игра от этого парня. 7-1. Настрелял уже. А также Тимоха 6-3, Стивос 2-2, но здесь у 505-го катка не задалась 2-3, и Кову тоже как-то словил немного якорем, но Стивос уже оформляет минус на Юргенса. Юргенс выбывает. Тимоха, опять же, агрессивная позиция у этого парня на зиге. Пионер, если что, на подхвате, но Тимоха очень сильно рискует отлететь. Артурич играет уже на агрессии. Пока что нет информации по Тимохе. Весь вектор внимания своего соперника стягивает на себя пионер. И здесь пошла очень агрессивная работа сейчас на длине. Здесь у нас находится и Ломочка, и Джей-Зи, и Парадайз. Ребята забрасывают хаешками просто позиции беты. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Тимоха пока что находит опен-трак по Артуричу. Джей-Зи моментальный размен на Кову. Тимоха принимает решение сейчас поджать спину своим соперникам, но пока что не очень агрессивная позиция. Просто отсиживается перед БК. 505-й неплохо находит голову Джей-Зи. Ломочка опять же в соло находится у нас сейчас под бетоном. У 505-го уже имеется информация по своему сопернику. Довольно-таки неплохо нарейдили его с длины. Откид хае, парадайз, какая пачка, но Тимоха моментально размен оформляет. И по Ломочке имеется информация здесь. Стивос успел сменить девайс и наказать своего соперника. Это 4-1 за коллективом Five Elements. Была установлена. Но целый раунд я промолчал, потому что я забыл включить микрофон. Ну ладно. Не слышали вы, ребята, что я говорил. То есть Максим только слышал. Но хотелось бы сказать вот вам что. Что я говорил в предыдущем раунде. Парни делали 3-2, да, бету. Никого не было ни под коробкой, ни под стритом. Соответственно, парни из коллектива Five Elements сделают вывод, что это фолл бета. Причем это не фаст бета была, а слоу бета. Соответственно, парни успели все и сместиться, и откинуть хаешки куда надо. Не позволили ни взойти ни под одну позицию, ни под шорт, ни под длину, никуда. На этом прогорели Unexpected, и до сих пор меня терзают вопросы. Почему так непонятно играют Unexpected? У них явных заготовок нету, это видно и так. Но вот предыдущий раунд, да, вроде показался неплохим с точки зрения индивидуального действия от Артурича. Сделал он минус 2 в альфе. Ну, соответственно, на этом мы потащили Unexpected. Но 4-2 счет. Два раунда преимущества за Five Elements. И это играя за оборону. Так, ну что, есть заход в альфу. Не ваншот от Стивоса. И догоняет все-таки вторичным патроном Лома. И здесь уже 5 в 4. И снова, да, вот смотрите. Картина от лица. Давайте кого-нибудь. Джей-Зи. Парни просто стоят. Парни просто стоят за кассой, за иксом. Никто ничего не делает, только Юргенс принимает решение пробежать. Но когда уже рассеялись дымы. Почему ты бежишь, когда у тебя рассеялись дымы? Зачем ты это делаешь? Зачем дымы тогда? И вы стоите вот на этой позиции. Зачем? И Стиви просто там, как у себя дома, разгуливает со снайперской винтовки, делает, что хочет. И вот эти позиции. Занимает две позиции на пирамиде. Зачем? Зачем ты идешь на эту пирамиду, когда у тебя игрок в плейн 2? Зачем? Ну просто объясните мне, ну может я глупый.
Но я эту правда не понимаю, что делают Unexpected, это, честно говоря, бред. Коу забирает с хаешки Джей-Зи в пленту. Парадайз также погибает, скорее всего. Ну или же делает даблкил. Нет, все-таки погибает. Это 5-2. Довольно легкий раунд, опять же, для команды Five Elements. Бомба деактивирована. Ну что ж, попахивает у нас очень крушительным счетом на первой же половине. Вот так вот сходу. Но есть еще два раунда у коллектива Unexpected, и в принципе они могут еще отыграться за свои ошибки. Но огромный вопрос, дадут ли это сделать ребята из коллектива Five Elements своим соперникам? Вот мне кажется, что нет. Опять же, Кова у нас начинает агрессивно работать через лонг. Здесь Юргенс принимает своего соперника, у нас уже имеется open фраг. Тем временем Тимоха принимает решение. Агрессивная игра у нас сейчас под Зигой. Ну что ж, уже по нему имеется информация. И просто основной костяк коллектива Unexpected сейчас заваливается на позиции центрального кафе. И у Тимохи есть информация по своим соперникам. Ребята все подошли просто с четверки под ЦК, когда там находился Тимоха. Ну а Тартурич находит уже минус. Отлично. Тимоху здесь разводят как могут, но Тимоха все-таки отыгрывает минус по Артуричу. И ломочка моментальный размен оформляет. Тивос занимает за собой позицию дома. Джей-Зи находит пионера неплохо, но все-таки не задается этот раунд у коллектива Five Elements. Это 5-3. Ну что ж, последний раунд первой половины. Смогут ли отыграться коллектив Unexpected? Unexpected. Ну что же, посмотрим. Джей-Зи у нас, опять же, зачем-то бегает, оборачивается. Ну и Стиви с коробки. Просто агрессивный фраг по Парадайзу. Не кладут парни ни дымы на коробку, ничего не делают. Пионера забирает на аркаде для Юргенса. Артурич также погибает. Ну и Джей-Зи с ломой вдвоем под за центральной части карты, под Зигой. Делает минус Джей-Зи. Неплохо. Есть вариант для продолжения атаки. Выйти в шорт, либо же все-таки как-то сместиться. Но насчет смещения не знаю, потому что там в спину уже аркадин с банана. Пионер у нас в пленту остается битый. Ну и 505-й просто со спины уже приходит, забирает лома. Ну и Стиви также забирает Джей-Зи. Трипл килла Стивоса. 6-3 и очень легкая первая половина для команды Five Elements. Ну что ж, сейчас у нас будет смена сторон. Коллектив Five Elements будут отыгрывать сейчас в атаке. Ну и, собственно, коллектив Unexpected будут демонстрировать свою тактику на обороне. Смогут ли они сейчас отыграться? Все-таки коллектив Five Elements идут в преимуществе на 3 раунда. Довольно-таки внушающее количество. И соперник тоже не из легких, у которых эти 3 раунда можно отыграть на изи. Независимо от стороны. Ну что ж, огромный вопрос сейчас, что произойдет на смене сторон. Будет ли у нас какой-то камбэк от коллектива Unexpected? Или же все-таки здесь у нас останется уверенная доминация коллектива Five Elements? Так, ну что, вроде зеленеют ребята. Тивос. Тимоха. Отлично. Все в сборе, ну и... поехали с орехами. Ну что, вторая половина. Не знаю, Unexpected, найдут ли чем ответить. Но меня как-то то ли слабо... Меня в теске нормально слышно? Тихо немножко. Сейчас сделаем чуть погромче. Я тут... Так, пока громчик у нас настраивает микрофон, мы уже загружаемся на позиции делового центра. Отлично. А так нормально. Так, ну что, давайте, в принципе, посмотрим. Сейчас я чуть-чуть понизил, потому что у нас говорят, что нас в разнобой немножко слышно, в том плане, что ты чуть тише, я чуть громче. Я сейчас у себя чуть понизил звук на микрофоне. Ну и посмотрим, что у нас от команды Five Elements. Стиви под коробкой, Тимоха и Кову под Зигой, под длиной. Вообще, под пионер у нас, ну и под длиной, конечно же, 505-й. Посмотрим, получится у него что-либо сделать. Так, ой-ой-ой-ой-ой, Стиви промазывается по пятерочке. Но ничего страшного, Кову здесь погибает на Зиге. Артурич, неплохой выпад имеется. Ну и в меньшинстве остаются, плюс Тимоха 505-й красный. Но Стиви выходит просто в наглую из коробки. Ну и забирает Вальф Парадайза. Но моментальные 2 минуса от Юргенса и Джей-Зи позволяют добыть двукратное преимущество по выжившим игрокам для команды Unexpected. И есть у нас заход Вальфа от пионера. 71 хп, Юргенс на пятерке. Ну и Тимоха по-прежнему в центральном кафе. Наверное, здесь все-таки у Тимохи задача стоять ждать спину, а пионера поставить бомбу. Ну нет, все-таки Тимоха принимает решение выйти. И ой-ой-ой, пионера должен выходить. Тогда сейчас получается на пятерку и как-то хлоповать своего тиммейта. Но нет, Тимоха убивает Артурича на 5. И дальше Юргенс его просто через ширму с мусорки бреет. Ну что, 6-4. Unexpected отыгрывает первый раунд.
Пока что все равно остается преимущество в два раунда за коллективом Five Elements. Но атака пока что действительно не заходит у коллектива Five Elements. Здесь Unexpected довольно-таки неплохо начинает принимать своих визави. Кову и 505 занимает уже позиции стрита. Парадайз будет соло обороняться на позицию Альфа. Его моментально минусует Андрей Калугин. И Юрганс остается в соло на данный момент под Альфой. Будет обороняться с пятерки. От Кихая также у нас производится. 505 очень агрессивная игра. Уже оформляет даблкилл. Всего также подбирает у нас Артурича. Тимоха занимает позиции. Зиги просто дробается по парыч. Минусует Джейзи. И Ломочка у нас остался в соло. Вот так вот стремительно порушилась у нас оборона коллектива Unexpected. Здесь Тимоха также находит минус по Ломочке на Зиги. Ну и, собственно, ответочка уже залетает от коллектива Five Elements. Пока что все равно остается преимущество в два раунда за коллективом Five Elements. Агрессивно от Коу под коробку, увенчался успехом, но правда 2 хп ему оставили здесь. Это, конечно, не самый приятный момент. Ну ладно, посмотрим, как будет дальше здесь протекать. Но Юргенс с Джей-Зи просто моментально по Зиге проработали отлично. Ну и 505 вместе с Коу в двоечка против двоих Джей-Зи и Ломы. Но 505 погибает вообще небрежно. Ну и у Коу 2 хп, это, конечно, не самый лучший результат по хп. Но и 7-4, да, итоговый счет. Возможно, 5-й раунд сейчас Unexpected заберут. Но Кову вроде как прочекал Лому на 5. И сейчас нужно стараться как-то его убить. Но нет, Лома слишком жесток по отношению к Кову. Это 5-й раунд для команды Unexpected. Своеобразные качели у нас развиваются в счете. Один раунд в одну копилку, другой в соответствии в другую. Но мы еще и куда-то выбываем. Агрессивно от Коу под коробку. Увенчался успехом, но правда... Что случилось? Ну вот, я тоже понять не могу. Вроде все на месте, крашей никаких нет. Все подают признаки жизни. Не знаю, Unexpected все здесь, а почему-то выходят. Скайп? Кто скайп? Куда скайп? Так, ладно. Загружаемся. Так. Отлично, ну что ж, все в прогрузе, давайте посмотрим, какой же будет у нас все-таки атака на этот раз от коллектива Five Elements. Ребята уже занимают позиции БК, также Кова уже залетает по центральной КП, здесь оборона довольно-таки уверенная на Зиге. Откид ХАЕ, Парадайз и Ломочка будут обороняться, пока что это была всего лишь флешка. Откидываются ХАЕшки также у нас под выход с центрального КП. Ну что ж, пока что неизвестно, как повернется этот раунд, но очень агрессивный прессинг сейчас идет от коллектива Five Elements. Есть дроп, как пропустили Колу, просто дропается под парыч, минусует Джей-Зи, также Тимоха находит минус по Парадайзу, 505 подхватывает Юргенса. Ну и здесь Ломочка все-таки отвечает хоть каким-то разменом, но есть перестрелка у нас по-прежнему на позиции Зиги, Пионер находит Ломочку. Ну и здесь Стивос прекрасно слышал Артурича, но не задается у Стива принять своего соперника. Артурич работает у нас на позиции Зиги, 6 хп. Неплохая пачка залетает по Пионеру, но 505 моментально казнит своего соперника. Ну что ж, еще один раунд в копилке коллектива Five Elements. Но вот здесь на обороне от Unexpected действительно уже наблюдается что-то дельное. Парни вроде как подсобрались, чувствуют они себя гораздо лучше на этой половине. И вот Артурич идет просто в спину жать своего оппонента. Кову погибает, но если пойдет на банан, то будет, в принципе, наверное, урожай для этого парня. Но нет, все-таки занимает пятерку. И здесь уже, кстати, врыв в альфу от команды Five Elements. Отлично прочитали действия своих оппонентов, Юргенс и компания. Но теперь главное выбить. Но нет, Тимоха здесь приходит. Минус 2 оформляет. И установка бомбы 4 в 2. Хаешка не долетает в плент. Ну и что же? Нет, все-таки Джей-Зи забирает с хаешки Тимоху. Ну и Парадайз вместе с Джей-Зи вдвоем попытаются здесь что-либо сделать. Но, не знаю, шансов не так много. Пионер делает минус под Джей-Зи. Парадайз разменивается. Ну и 505-й доводит до логического завершения. Этот раунд 9-5 и 4 матчпоинта у Five Elements. Начало миссии.
Ну что ж, на волоске от поражения сейчас висит коллектив Unexpected. Если сейчас у коллектива Five Elements все-таки удается забрать еще один раунд в копилку своей команды, то это просто ГГВП. Ну, посмотрим. Джейзи принимает решение агрессивной игры. Здесь Тиос находит минус по Артурычу. 505-й минусует Юргенса. Ой-ой-ой, Джейзи неплохо. Есть выход, минусует все-таки от Тиоса. Ломочка с хаешки, есть минус по Кову. И Джейзи с питона также добирает у нас Тимоху. Тем временем 505-й и Пионер уже заходят на позиции Альфы. 505-я установка плента производится. Пионер, если что, будет контролировать заход к пятерке, но плент установлен. Джейзи откидывает ХАЕ, минусует 505-го. Пионер ведет агрессивную перестрелку, но здесь против УА не выстоял. Парадай все-таки минусует своего соперника и дарит еще возможность побороться своей команде за дополнительные раунды. Так, итого у нас 9-6. Еще 3 матч-поинта. 3 матч-поинта, да. Это, конечно, хорошо, но здесь Unexpected на самом деле могут чисто на характере сейчас заехать в хату команде Five Element, закамбэч на 9-9, там допы и easy life, easy money, easy слава. Ну посмотрим, не знаю, Лома вместе с Парадайзом будет принимать Зигу, и Лома отличная тайминговая хаешка под Кову. И сейчас вновь команда Unexpected находится в большинстве. С плитом Зига попытаются сделать, наверное, этот раунд. Парни из команды Five Elements 505-го получается сделать минус. Ну и здесь Тимоха должен подкреплять действия своего тиммейта с выходом на шорт. И здесь Артурич, спину ему дроп идет. Но Артурич делает минус. Но здесь ой-ой-ой-ой-ой, Тимоха выпрыгивает с парача на Ломыча. И патронов нету. И Лом просто зажимает в упор. Юргенс приходит на хлопу. И отличный минус от команды Unexpected. И Стиви остается один в три. Уже один в два забирает Юргенса. Ломочка. Очень красный на один патрон, в принципе, даже с пистолета. Ну а Парадайз фуловый. И Стиву, конечно, здесь придется очень трудно, но Стиви, в принципе, он гораст на взятие таких раундов. Он тащил их не один десяток раз. Неважно, сколько у него хп, неважно, сколько соперников. Он, в принципе, на фаззумах может вообще вывести любую катку. Любой раунд, в том числе и этот. Но время еще, минуту у Стиви для установки бомбы, поэтому можно посидеть, обсудить что-либо, что, в принципе, Стиви и делает. Ну, а парни из команды Unexpected просто сели в закрытую. Парадайз вместе с Ломом чекают от третьего лица выход с пятерки. Точнее, выход на пятерку и выход с Зиги плюс длины. Ну, а Стиви в это время у нас заливается под короб. Ну, не знаю, Стиви, конечно, попытается что-либо сделать, но я бы, наверное, советовал все-таки Альфу пойти поставить. Ну, а там, кстати, с Альфа-то можно и бегущих пацанов с бета-то как-нибудь-то и простреливать. Ну, и, кстати, Лома сейчас даст информацию по Стивосу. А, уже выглядывает Стиви с коробки, есть полная инфа, ну и Стиви просто убегает устанавливать бомбу. И, кстати, Стиви еще успел отстрельнуться, так сказать, отстреляться на отходе, как Клинт Иствуд, правда, не с револьверами, а с снайперской винтовкой. И пойдут-то, кстати, с коробки у нас Парадайз вместе с Ломом, и Парадайз, кстати, вообще со стрита пойдет. И Ломочка вместе с ним, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, но этого Стиви явно не ждет, но теперь примерно понимает. Но Парадайз его должен здесь забирать. Да, Парадайз уверенно заходит через X в Альфу и просто Стивосика карает в голову. И 9-7. Два матчпоинта у Five Elements остается. Бомба деактивирована. До последнего, до последнего. Пацаны, ребята из коллектива Unexpected все-таки держатся за этот матч. Пытаются довести до дополнительных раундов. Ну и, собственно, как-то вывести на допы и на допах уже тащить неимоверно, но посмотрим, позволит ли все-таки это сделать коллектив Five Elements. Кова уже находится у нас перед коробкой, там находится Артурич, тем временем Тимоха делает прокид на позиции пятака, также забрасывается хаешка непосредственно уже под короб. От Юргенса залетает опенфраг по 505-му, ну что ж, явно MVP своей команды отлетает, ну... Пока могут возникнуть проблемы, если все-таки здесь парни не проснутся и не сотворят чудо. Ой-ой-ой, Стивос на агрессии играет у нас сейчас в коробе. Но здесь Артурич и Парадайз с туашками, ребята, уже принимают своих соперников. Ну, такое дело такое. Стивос очень опасный игрок. Но посмотрим, что парни осуществляют далее. Ой-ой-ой, Кову и Тимоху запускают уже на позиции Альфы. Ну и тем временем Парадайз все-таки оформляет размен на Стива. Кову ставит пачку по Парадайзу. По Джизи также имеется информация. То, что Ломочка сейчас находится в доме, есть инфа у коллектива Five Elements. Ну и, собственно, плент уже установлен. 30 секунд остается у коллектива Unexpected на то, чтобы ворваться на позиции Альфы. Ну и, собственно, задефить бомбу. Тимоха, 8% здоровья, с уашками уже готовится принимать заход на позицию Альфы.
Кову есть минус по жизни, ну и также пачка залетает по ломочке. Ну что ж, это последний раунд в копилке коллектива Five Elements. Да, ну все-таки смогли дожать парни из России своих оппонентов из Армении, но все-таки...